Поговорим об очень важном вопросе. Вопрос о патриотическом воспитании молодежи. От того, как мы воспитываем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. Патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит образовательной, культурной политике самого государства. Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности. А значит, опирающиеся на деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я.